Всем не бага не лага, дорогие зрители и подписчики канала Дрожа. С вами я, Жека, и сегодня мы начнем прохождение The Pony. Замечательная игрушка, состоит из трех частей, ну, для начала хотя бы надо поиграть в первую. Вот, The Pony — это click and point quest, скажем так, да. На моем канале это впервые такой, да, жанр игры. Не знаю, как это будет проходить. Естественно, у игрушки нету русской озвучки, только английская и немецкая. Но здесь есть субтитры, которые я постараюсь читать. Сразу извиняюсь за свою технику чтения, она просто ужасна. Я согласен с этим, это уже давно знаете, мои подписчики, зрители канала. Но я попытаюсь как-нибудь реабилитироваться, да? В любом случае, вам приятного просмотра, и мы погружаемся в мир The Pony. Да, начать новую игру. Что еще? Разве игра должна была начаться? Ну, в общем, да, но у нас пресс сломался. И мы подумали, что тебе неплохо бы пройти обучение. Это кто подумал? Не нужно никакого обучения. So how are you going to fix the junk press? Как же ты собираешься починить пресс? Just watch Смотри me and и учись. Maybe you want to listen to what I have to say first. Что я хочу But тебе сказать? Да тебе нечего сказать. Oh, come on. Да ладно, тебе я быстро. Наведи на меня курсор и щелкни левой кнопкой мыши, и мы еще посмотрим. Ну, Computer, Компьютер, поговори с Вензелом. You don't have to say that explicitly. Who's talking to you? С кем ты говоришь? С тобой, конечно, ты же на меня щелкнул. Тоже мне умник. Скажи лучше, что мне делать с прессом. Перестань болтать ногами. Он работает очень медленно и может ничего толком раздавить. Hey, every idiot can see that. Well, why don't you present the tutorial then? Okay, piece of cake. Проведешь обучение в два счета. Сначала я объясню, как поговорить с кем-нибудь. How to talk to somebody. You click on a character with the mouth icon. Ты щелкаешь на персонажа значком рта. Нет, совсем не так. Я говорю с тобой с помощью значка диалога. Всем известно, что в этой игре нет значка рта, но зато есть значок диалога вместо него. А, и мой любимый значок — значок головы Руфуса, чтобы одеваться, пить и есть. Если ты даже этого не понимаешь, как я смогу тебя научить? Как смотреть на предмет? Как смотреть на предмет? Я знаю. Понятно. И как же? Я навожу на него курсор, щелкаю правой кнопкой мыши, когда вижу значок рта. Руки. Hey, this is your tutorial. You're a cop. Испугался, да? Ладно, так и быть. Я покажу. Видишь эту штуку на полу? Я использую значок языка. Значок глаза. Я щелкну на штуку, которая значит, посмотрим на нее. Так что, гляди в оба. Я думал, ты хочешь посмотреть на эту штуку на полу. Я и так ее вижу, вот она лежит. Я имею в виду посмотреть на нее поближе. Наведи на нее курсор, щелкни правой кнопкой мыши, да? Увидишь. What's that? It's a cathode plunger. Thanks for the input, Wenzel. But I recognize a hydro clamp duplexer when I see one. Too bad I can only look at it. Жаль, я не могу посмотреть на него. Такой дуплексер. You can pick it up. Ты можешь его взять. You just have to point your cursor at it so the hand icon appears. If you left click now, you'll pick it up. Щелкни левой кнопкой, чтобы поднять его. Наверняка это способ проще, если ты так считаешь. Okay. Ладно, я взял дуплексер. Что мне с ним делать? Ты положил его в карман. Туда попадают все твои предметы. Ты взял предмет. Теперь ты можешь открыть карман, повернув колесо мыши. Hey, there it is. Correct. Верно, это твой карман. Хотя он говорит инвентарь. It's where you can see what you're carrying around. Ты still know how to do that, don't you? Ты еще помнишь, как это делается? А, янь, инь-янь. Ну, это объединяется, да? Инь-янь. Look, Wenzel, смотри, Вензель, я почти закончил. Впечатляет. Серьезно. Круто, у меня есть инь-янь. Наверное, сюда он больше подходит, да? Ха, it fits. Подходит. Now you have Теперь to... ты hey, должен... Эй, не надо комментировать каждый мой шаг. Я и сам If справлюсь. Как скажешь. Может, кнопку? Руфус, еще кое-что. I told you я же сказал, что я справлюсь без тебя. Теперь мне нужно только нажать на эту кнопку и тут же... Right away... Стой, это же пресс. Это же пресс. Oh, how I love как tutorials. Я люблю обучение. О боги, это что, песню я сейчас петь должен, что ли?
It's kind of pathetic. You get all erratic about dirty dishes congesting the sink. I'm tired of your bollocks. Remember our fathers who dwelled in a world filled with rubbish and stink. But when all hope was lost, someone raised from the dust. He was handsome and cunning, his haircut had style. Courage was shining in his eyes as he said, "Screw you guys, mind your own business. I'm off now, goodbye." Короче, я половину текста пропустил, потому что очень быстро она глаголили. Но это песня Дегония, а это, соответственно, сама Дегония. Не, замечательная, шикарная игрушка на самом деле. Я так только посмотрел на нее в Стиме. Я просто недавно увидел, что вышла, как сказать, последняя часть трилогии Дегония, да? Что там? Что ты там увидел? Junk. Хлам. Junk. Хлам. And more junk. И снова хлам. A life of order and happiness. Запрещенный порядок и счастье. Oh, my а, bad. Не, ошибся, that снова хлам. Well, ну, все решено, пора валить из этой дыры. Fortunately, this time к счастью, на этот раз у меня есть железный план. This time everything will work out. Этот раз все сработает. Where did I put my куда list? Heck, I really have to get away from this вот junkyard. Хлам, мне, правда, пора валить. Так, телескоп. Как всегда, сплошная дрянь по телеку. По телеку? Ну, соответственно, да. Если ты в таком мире живешь, у тебя нет технологий, то это единственный твой способ как-то увидеть мир. Что, подушка? I can sleep when I'm dead, or if I survive and get confined to bed with broken legs. А что тут у нас? О, носок. Что это? Носок? That explains теперь ясно, почему мне снились такие странные сны. Блин. Все это шикарно. Чемодан, чемодан. Чемодан, чемодан. О, вот мой список. Let's see. Посмотрим. Seems like I've packed похоже, almost everything I need. Что all I need now все, что мне are some provisions. Это провизии, зубная щетка, пара носков и болторез. Болторез? What the? Что well, за... Ну, наверное, у меня была причина взять это с собой. А, ну, болторез... Ну, пара носков... Один носок у нас точно есть. Так, это... Huh, мой старый план побега. Some of them weren't half некоторые bad. Из них были не так уж плохи, что это деревянный чемодан. My father left me a trunk мой отец оставил мне этот чемодан, me. Прежде чем выйти в него. Я не хочу его открывать, я не хочу снова разочаровываться. О, боги. Банка с маслом. Ручная горелка. Горелка? Серьезно? Ручная горелка? Так, ну... Походу, тут больше ничего мне взять, да? Это телескоп был или что? Что это было? Да, это был телескоп. Походу, надо спускаться вниз. Да, замечательная игрушка. Офигенная просто, просто офигенная. Как я раньше ее не заметил. Аптечка. Заперта. Tony must have the key. Наверное, Тони, ключ у Тони. Так, дверь в ванную. Не, вот это что? Another note from Tony. Еще одна записка. What's she complaining about now? Она жалуется. Will you please пожалуйста, clean the bathroom убери в ванной хотя бы once. Раз. Yeah, right. Hit her dreams. Мечта, я, наверное. Так, дверь в ванную. Ну и что здесь? Как тут вообще ноги помещаются? Еще облаки. Вантус? Серьезно? Прикольно. Ну больше ничего взять нельзя, да? Ладно, закрываем дверь. Так, что это? Раковина. Что за комариная моча? Комариная? А что комариная? Я вообще не знаю, комары вообще ссут, писают, мочатся. Зубная щетка. Воу. Воу. Что это? В мою щетку вслился демон, господи. Что за зубная щетка сбежала от меня? Наверное, нужно было хранить ее подальше от микробов. Ой, блин. Дверца шкафчик. О, болторез. Круто. Болторез мы нашли. А это что такое? Моющее средство. Пойдет. Пойдет. Дверь в комнату Тони. Тони, такое, знаете, среднее имя. Ни женское, ни мужское, непонятно. Комнату Тони. Воу, ёпперный театр. Ни хрена себе. Wow, what's that? Что это?
a guillotine so I won't enter her room? Whoa, that girl has issues. I honestly wonder why we were ever together at all. Да. Значит, Тони — это девушка. Stay out of Держись my room. Подальше от you моей have комнаты. No business in there anymore. Who does Tony think she is? I've got better things to do than rummage through her drawers. Кроме как копошиться в ее вещах. Так, это что? Задний двор, Тони. No, I haven't finished packing yet. Все вещи. Понятно. Уходим отсюда. Темный угол. Come on, brushy, brushy, brushy. Come to papa. Иди к папочке. Oh, I need a better plan to catch it. Придумать, как ее поймать. А, у меня есть вантус. Может, вантусом ее поймать? Nope. The corner once was a good hiding place, but that's the first place Tony looked. Тони тут первым делом посмотрит. Понятно. Понятно. Спускаемся ниже. Что у нас тут? Вилка. А вон записка. Злобная записка. Do the dishes Помой already. Уже посуду. They won't do Она сама себя не помоет. Oh, yeah. Кто well, знает, I'll take а вдруг? That chance. Раковина. Так, раковина. What gnats? Комариная моча. Так, что у нас здесь? Брюзгливая записка. You scoffed all the food yet again. And I keep еду. Finding я your crap in the fridge. What the hell's wrong with you? Huh? I don't understand the question. Я не понял, что это за вопрос. О, носок! Вот это круто. Вот это круто. Ой, там же у меня был этот. Я совсем забыл. Чемоданчик-то я не посмотрел вроде. Или я посмотрел чемоданчик? Я вроде не посмотрел чемоданчик. Сейчас я кое-что посмотрю. Нет, я чемоданчик посмотрел. Да. Ладненько. Ложная тревога. Ложная тревога. Спускаемся ниже. Блин, назойливая зубная щетка. О, плащик есть. Посмотрим, может в карманах осталось что-нибудь полезное? Hey, эй, really правда что-то есть. A sock. Носок! Cool. Круто! Вообще, носки по всему. По холодильнику носки. Везде у нас носки, да? О, вот еще. Сердитая записка. You're not supposed to Не смей есть на диване. I keep finding Я постоянно нахожу в нем остатки еды. Huh? И well, что, разве это плохо? Ну, как сказать-то? Ага. Мы тут можем что-то спалить, да? А что у нас есть, что? Ну, эту записку носки мы не... А, вот это вот. Куча записок. Ну, не зря же мне здесь. In you go. Отправляйтесь вовнутрь. Круто. Ручная горелка. А ну. О, нормуль, нормуль. Хорошо. Так, подожди, что у нас есть еще? Вода, кастрюля с водой. Не-не-не-не-не-не. I mean, it's not that... На конфорку. Просто вода, да? А у нас, подожди, у нас же было моющее средство где-то. Вот, да, моющее средство. Сюда? Обалдеть, я умный. Ну, почти. Так, у нас есть три носка. А, этот носок, может, нет? I may not be an expert, я, конечно, but I'm сверху, sure я I уверен, need a hot wash. Что нужна горячая вода. I may not be an expert, but I'm sure I need a hot... Еще носок. Еще носок. Три носка. Я не знаю, что из этого выйдет. Так. Ну, вряд ли вантузом. Это, может, вилкой достать можно? Давай. Whoa, look at that! Да, посмотри, the носки сменили цвет. Color. Носок сменил Who цвет. Who would have thought it? Как это, where's the other one? Oh, clear case of sacrificial color mixing. О, у меня два носка есть теперь. Пара носок. Это круто. Socks? Носки Check. Есть. Болторез a bolt есть. Cutter is a pretty useless gadget, if you think about it. Why did I plan to take it along? Зачем я захотел его взять? Кто знает, зачем я захотел его взять? Ouch! Ouch. Damn it! That's hot! Да, горячо. Так, ладненько. Если по списку идти, то что у нас там еще не хватает?
Так, посмотрим. Болторез есть. Провиант. Носки есть. Провиант и зубная щетка. Понятно. Как нам провианты добыть? Что у нас есть? У нас есть банка из... банка использованного масла. А, может, ее помыть надо? Let's get rid of this надо избавиться thing. От него. Точно. Обалдеть. Давайте помоем. What? That's piss. А, она пустая уже, пустая банка, да. Так, а что мы еще можем сделать? Вантус, 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 может, трапить. Nothing that needs plunger treatment, I'm afraid. Yeah, too bad. Wielding the plunger is my favorite pastime. Понятно. Банка, ну, я не знаю, крошки на диване. Похоже, тут осталось немного васаби гороха. Чё ты? Фу, ты с дивана в банку засыпешь? Провиант? Это типа твой. I guess these will make good provisions for the journey. Фу, точно. Блин, у нас осталась только зубная щетка. Но у нас есть вантус. А нас попросили почистить ванную комнату. Хотя ванная комната напоминает больше обычный туалет деревенский. Ну, что ж, попробуем. Ну. Nothing that needs plunger treatment, I'm afraid. Yeah, too bad. Wielding the plunger is my favorite pastime. Nothing that needs plunger treatment, I'm afraid. Yeah, too bad. Wielding the plunger is my favorite pastime. Ну, я на самом деле без понятия, куда нам вантус деть. Но... Сейчас, секунду. Come on, brushy, brushy, brushy. Come, on, brushy, Come brushy, to brushy. Papa. Иди к папочке. Ha! Gotcha! Yeah, попался. Ha! Gotcha! I'll make you suffer the next time I brush my teeth. В следующий раз. Охота на зубную щетку. Да, к сожалению, я просто забыл отжать паузу. Я нажал на паузу, отходил. В общем, как получилось? Я... Открыл. Можно? Я открыл вантузом шкафчик, а в шкафчике внутри была мышеловка. Мышеловку я приманкой васаби горохом начинил и так поймал зубную щетку. Вот. И так на том случае у нас все есть. У нас есть ручная горелка, носки, провиант, болторез и зубная щетка. Очень странный список, согласитесь со мной, для... Блин. Для похода в Элизиум, да. В любом случае, вам огромнейшее спасибо за просмотр. Мы будем заканчивать на сегодня нашу серию. Она была довольно долгая и довольно занятная. Всем вам огромное спасибо за просмотр. Если вы нас смотрите впервые, то, конечно же, подписываемся на канал, пишем комментарии, ставим лайки. А всем вам удачи, до скорого и Депония!